Число выездов участковых врачей из 4-й поликлиники к заболевшим COVID-19 сократилось с 1500 до 40 человек. И это за один день. Подобные цифры подтверждают, эпидемия идет на спад. Осталось лишь разобраться с ее последствиями. Общая слабость, одышка, последний звоночек о поражении дыхательных путей. Алексей Кудрявцев переболел в прошлом году. Легкие пострадали почти на 14%. Сейчас мужчина контролирует ситуацию путем регулярных обследований. В этот раз флюорографию сделали на новой цифровой машине. Я как раз после операции, я быстрее полезал на операцию, и там заболел. Сразу меня оттуда увезли за Волгу. Я перед этим делал КТ. Вот, я консультировался у этого пульмонолога. Ну вот сейчас вот постоянно хожу. Новый флюорограф закупили по федеральной программе. Изображение стало качественнее, доза облучения сократилась, а число пациентов выросло. В день диагностику проходят не меньше 150 человек. У нас поток населения вообще большой, поэтому у нас флюорограф никогда не простаивается. С утра до вечера люди идут в потоке плотном. Для раннего выявления туберкулеза, онкологические заболевания. Поэтому нам очень нравится он. Пока на первом этаже нет отбоя от пациентов, на втором продолжается ремонт. Визуально почти все готово. Стены отштукатурены, мебель частично расставлена. В своей очереди ждет новенький бронхоскоп. Как только его установят, ремонт в эндоскопическом отделении можно считать завершенным на 100%. И мы впервые по области будем проводить диагностическое исследование, значит, бронхов, что позволит определять раки бронхолегочной системы на ранних этапах. На этом ремонт второго этажа не закончен. Уже с 4 апреля начнут обновлять диагностическое отделение. Следом – прививочный кабинет. А к 2023 году планируют обновить здравницу целиком. На это выделено 50 миллионов рублей без учета затрат на оборудование. Помощь поступает по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Александра Никитина, Александр Кудряшов, Управда ТВ.